Вот. Значит, в прошлый раз мы с вами это уже разбирали немножко, но я, во-первых, добавил слайды, которые в прошлый раз забыл добавить, а во-вторых, я это еще и не записал в тот раз, и части людей не было. Короче, вот, и плюс это быстро повторять, поэтому мы еще раз посмотрим вот эту лекцию, займет минут 15, а в конце нее будут как раз по этой теме задачи, которые мы в тот раз не успели решить. Вот, а потом у нас будет окислительно-восстановительная реакция. В прошлый раз мы с вами проходили реакции ионного обмена, и кто эту лекцию пропустил, я настоятельно рекомендую вам посмотреть видео, потому что это, ну, не очень просто, а очень нужен. Уметь их писать и понимать, что это за реакция. Вот. А эта лекция, она простая. Значит, ну, я прям совсем кратко сейчас напомню. Значит, аллотропные модификации – это когда у вас из атомов одного и того же элемента состоят различные вещества. Например, алмаз и графит – это различные вещества, но они состоят исключительно из атомов углерода. Они отличаются своими свойствами, да, алмаз, он прочный, но хрупкий, графит, он мягкий и так далее. Графит там, это грифель карандаша, ну, алмаз там, гранят, бриллианты для украшений и так далее. Вот, есть карбин, который представляет из себя цепочки связанных углеродов, слоистый материал. Есть фуллерены, это углеродные шарики такие, состава С60, С180, С120. Вот. Вот слайд, которого в тот раз не было. Есть графен, это плоский монослой углеродов из шестиугольников. Если этот графен свернуть и сшить края, то можно получить углеродные нанотрубки, как вот показано справа. И это как бы сшитый такой слой графена. И они обладают там внутренней проводимостью, там электронной проводимостью и не только. Зависит от диаметра трубки ионной. Скажите, такой контрольный вопрос. Меня нормально, да, слышно? Все хорошо. И видно слайды. Да, все отлично. Да, все хорошо. Угу, чудесно. А, собственно, дальше. Вот это про углерод было. У кислорода две аллотропных модификации. Это, собственно, кислород, который О2, и озон, О3. Вот сами молекулки здесь представлены. Ну, озон образуется во время грозы из кислорода по реакции там, ну, 3О2 равно 2О3. Типа, при электрическом разряде такая реакция может протекать. Он является очень сильным окислителем, озон, и сжигает все еще лучше, чем кислород. Олово, у него тоже есть ряд модификаций, например, серое олово, белое олово и высокотемпературное гамма-олово. Они еще называются альфа, бета и гамма, собственно. Ой. Я вам в тот раз говорил, то, что вот было явление такой оловянной чумы, когда сделали монеты, а они из белого олова зимой начали переходить в серое олово. Вот, собственно, слайдик, посвященный этому, вот так это выглядит. То есть реально слиточек металла, как бы олова, переходит в другую модификацию, в порошковую, и прямо он реально крошится. Вот, в серое. Ну вот, модификации серые, ромбическая сера, моноклинная, пластическая сера. Формула там вот этих модификаций S8, пластическая сера SN, это цепочки из большого количества подряд связанных атомов серы. Но все модификации с течением времени термодинамически переходят в самую стабильную, в ромбическую серу. Ну, при нормальных условиях. Есть модификации фосфора, основной красный фосфор. При нагревании без воздуха можно получить светящийся в темноте белый фосфор. Вот, также есть проводящий черный и металлический фосфор. Это фазы высокого давления. Вот. Но, тем не менее, это все фосфор, просто в зависимости от структуры, да, это различают разные аллотропные модификации. Окей, это я вспомнил с вами. А вторая тема, ну, это в той же кстати, презентации, это изотопы. И вот тут важный момент, чтобы вы не путали, да, аллотропные модификации и изотопы. Изотоп – это, по сути, другой элемент. То есть аллотропной модификации там атомы одни и те же, просто по-другому сгруппированы между собой. А в изотопе реально другой атом. Там другое количество, собственно, нейтронов. Потому что изотопы – это атомы одного химического элемента с одинаковыми зарядами, но различными массами за счет разного количества нейтронов. Очень интересно. Вот. В общем, например, для водорода есть протий, дейтерий и тритий. Протий – обычный водород, у него один протон, один электрон, и все, и масса один.
дейтерий, у него один протон, один электрон и еще есть нейтрон, масса 2 становится, а у трития масса 3. Вот. Дейтерий и тритий радиоактивные, но не прям уж сильно. В следующий раз я вам принесу тритий, покажу. И занятие у нас будет... Сейчас. Когда, кстати, занятие? Это вопрос. Потому что я не знаю, когда на следующей неделе я смогу вас провести. Скорее всего, все-таки оно будет в следующую субботу. Я так понимаю, она у вас рабочая? Вот. Нет. Нет? У нас эта суббота рабочая, следующая. А, это? Да. Ну, тогда прекрасно. Только смотрите, очень важно, если для этого это было просто важно, теперь стало очень важно, чтобы все записались в списки, потому что я в эту среду уже подам эти списки в лицей, ну, вам это не важно. Короче, чтобы в субботу, в нерабочую, нас пустили. И я предлагаю встречаться нам, ну, может, в 11 в каком-то комиссии. Рабочая суббота в 11? А нет, просто понимаете, нет. У меня такое дело, что не у всех пары одинаково стоят. Стоп. У вас же не рабочая суббота. У нас не рабочая суббота. Нам в нерабочую субботу нужно будет идти в школу. А, ну да. А что? Ну, от пятой пары нельзя это поставить? Нет возможности. От пятой пары, да, действительно, можно поставить. А или когда? Четвертый в рабочую субботу там. Так да, если выпадало бы на рабочую субботу, чтобы... Ну, не знаю, да как-то мы до этого ездили, у нас было нормально. Да вот, собственно, я даже помню, когда первый год, я вообще прям по жести, так сказать, занимался, у нас было в субботу и в воскресенье еще. Потом что-то я решил, что в воскресенье как-то перебор, но по субботам у нас было всегда и по нерабочим. Ну, не знаю, ну так, нормальненько. Но если в 11 вам совсем лень, ну давайте в 12. Не, ну в целом жизнь есть, но если опция поставить пятой парой имеется, то лучше, конечно, ну, так. Смотрите, я думаю, а я просто... Да, ставить пятой парой, потому что многие живут несколько далеко, им добираться полтора часа, да, немножко так. Ну вот смотрите, вот. Если добираться полтора часа, начало в 11, вам выходить 9:30, то есть вставать 8:30. Ну это так, достаточно лайтово для субботы, ну... То есть, конечно, рановато, но, в принципе, терпимо, нормально. Нет, в целом нормально, просто ехать 3 часа. 3 часа? Ну, туда-обратно. Туда-обратно, понимаете, просто. Ну, я вам печеньки принесу. Аргумент принят. Ладно, уважили нас, хорошо. А можете, пожалуйста, скинуть еще раз в группу ВК... что там в файле, куда нужно списаться, потому что меня добавили, и у меня не видны прошлые сообщения. Вот. Я сейчас продублирую. Уже я... Спасибо. Окей, да, только точечку сейчас поменяю. Да, это я вам скинул. Окей, ну просто смотрите, по поводу пятой пары у меня иногда есть возможность по пятницам, но, ну, короче, я не хочу вас загружать сейчас своими тут этими временными таймлайнами. Неважно. Короче, смогу я по пятницам у вас ставить занятия, начиная с ноября. То есть с октября у нас очные занятия начнутся, а с ноября они еще и по пятницам смогут быть. Плюс у меня есть окно в среду, но в среду там типа 8 класс стоит. Вы уж простите, но я их пожалел. Я решил, что ну 8 класс можно поставить в среду. А 9 все-таки постарше уже все такие, типа более взрослые, серьезные чуваки. Ладно, уж в субботу приедут. Вот, но с ноября я надеюсь, что у меня получится хотя бы раз в 2 недели ставить в пятницу занятия, а в другое как раз получится в рабочую субботу, и типа нормально. В общем, короче, посмотрим. Ну вот несколько раз, может быть, придется так сделать. Но если что, можем выгнать 8-классников, заставить их ходить в субботу, а вы будете в среду как ура, боги. Ура, хорошая идея, мне лично нравится. Посмотрим. Ладушки. 8 классы молодые, им как бы пройтись не ленят. Да, спорт, сила. Да, еще небось недалеко от школы, не то что мы. Ну, посмотрим, ладно. Еще кто будет лучше ходить? Вот кто будет больше ходить, на тех я буду ориентироваться. Как бы. Это вот самый такой критерий очевидный. А, ладно, значит, я сказал, что у трития, да, и дейтерия против разное количество нейтронов и так далее. Короче, это изотопы. Аналогично у лития, да, тоже может быть 3 нейтрона, 4 нейтрона или 5 нейтронов. И, соответственно, литий 6, 7 или 8. 3 изотопа.
У углерода тоже есть два изотопа, С12, С14. С14 радиоактивный, да, он теряет свои нейтрончики, становится С12. Кислород состоит из трех изотопов. Хотя, подождите, он мне не факт, что это С12, я вам, может, наврал. Это неправильно было. Окей, ну просто он, короче, распадается. Я не знаю, что там получается. Не факт, что там получается другой углерод стабильный. А кислород состоит из трех изотопов. 16, 17, 18. Да, отличается содержанием нейтронов. А, вот, собственно, мы добавили ему протончики. И вот у него нейтрончики желтые. А вот 18. Да, у него нейтрончиков побольше. На примере воды, да, можно составить из разных атомов кислорода воду. Ой, а я, кстати, в прошлый раз оговорился. Я в прошлый раз, когда эту реакцию читал вам, я сказал, что это обычная вода, тяжелая вода и сверхтяжелая вода. Но это, конечно, неправда. Обычная тяжелая и сверхтяжелая – это у которой водороды отличаются. Водород, дейтерий и тритий. А разный как бы кислород, ну, никак не называется. Просто такое тоже есть. То есть мало того, что атомы водорода в воде бывают разные, так еще и атомы кислорода тоже бывают разные по изотопному составу. Вот. Причем... еще раз. Тяжелой и сверхтяжелой водой называются вода, да, где D2O и водорода, дейтерий и тритий. Да. Ага, понял. Да, я оговорился там. Вот. Собственно, и свойства немножко отличаются. Например, вода с кислородом 18 кипит при температуре 100,15 градусов Цельсия, а с 16 ровно при 100. Вот. Встречаются как стабильные, так и нестабильные радиоактивные изотопы. Стабильных 270 примерно, нестабильных больше 2000. Вот. Ну, это все я просто раз уже говорил, как бы окей, вспомнили. Вот. Но бывает и несколько стабильных у одного элемента, например, 10 у олова, 4 у железа, 7 ртути. Вот. Мы в прошлый раз уже объяснили с вами, что в таблице Менделеева у вас написано дробная атомная масса для каждого элемента. Так вот, напомню, что эта атомная масса, она как раз-таки является средним арифметическим атомных масс всех изотопов этого элемента, встречающихся в природе. Вот, ну тут про использование, ладно, уже не важно. Короче, вот. Повторили с вами материал лекции, у нас ушло всего 10 минут, ничего страшного. А теперь задачки. Все, можно перейти в спокойный, так сказать, темп. А давайте я рискну включить видео, вдруг прокатит. Не стало лучше? А в чем была проблема еще? Ну, звук не пропал уж точно. Ну, типа я говорю, нормально слышно, видео видно и так далее. Да. А, ну видео как бы со звуком все хорошо, просто видео грустненькое. Да нормальное видео, Алекс, боже. Ну ладно. Ну там Париж за окошком. Ладно. Значит, три кислоты. Три кислоты разной основности. Одна слабая и две сильные. Состоят только из неметаллов. И обладают двумя общими свойствами. Молекула каждой из них содержит одинаковое число атомов кислорода и одно и то же число электронов. Установите формулу кислот, назовите и напишите структурную формулу. И какая из них слабая. Но это не на изотопы задачка, это просто на строение атома и так далее. То есть тут мудрить не нужно, это вполне себе обычное решение. Ну, давайте вам наподумать буквально минутку, и потом надеюсь, что вы мне что-нибудь предложите.
Ну что, как раз у вас было времечко. Придумали что-нибудь? В процессе. Ну, может, мысли, как подойти к решению? Нет, ну, в целом можно, во-первых, узнать, какие кислотные остатки будут у этих кислот. Да, скорее всего, вероятнее всего, там будет в каждой из них по 3 атома водорода, потому что самые часто встречающиеся это у нас кислотные остатки с 3 атомами водорода, потому что ну, стоп, в таблице растворимости, по крайней мере... Подожди, стоп. Кислотный остаток и атомы да. водорода. А хотя да, там же может все зависеть от нет, этого, их там от просто металла. Нет. Который... В кислотном остатке нет водорода. На ой, том... боже, не водорода, а кислорода. А, да, о. И не вот, поэтому вероятнее всего это будут кислоты с кислотными остатками СО3, СО3, НО3, наверное, или СО3. Хотя это, опять-таки, может зависеть от неметалла, который будет каким-либо образом менять количество атомов кислорода, потому что, ну это понятно. Вот. Сложно. Дальше не очень понятно. Можно предположить в целом, какие кислоты можно подобрать одинаковым количеством атомов в них и выделить из них сильные и слабые. Это как минимум, что можно сделать. Если комплексно, кроме как подбором, есть адекватный способ да, решения? Да, ну как, ну разумным подбором, который делается за минуту. У вас дано число электронов. Это прям очень важно. Ну, давайте думать вместе, окей. У вас дано там, то, что у вас в кислоте есть 50 электронов. А дальше было предположение, что, возможно, в кислотах 3 атома кислорода, ну, в остатках, потому что это часто встречается. Окей, да, возможно. Ну, не обязательно 3, может быть 4, может быть 2. Ну, как бы, окей, 3, наверное, самое частое, но может быть и 2, и 4. Почему бы не проверить все варианты? Ну, так а что, в чем проблема? Берем 50 электронов, выкидываем из них, ну, давайте начнем с 3. 3 раза по кислороду. Сколько электронов по кислороду? 8. 3 × 8 – 24. Выкидываем. Что остается? 26. Ну, физмат-класс. Да, физмат, я считаю, да. Да, отлично. Остается 26 электронов. Ну, там, какие-то из них уйдут на водороды, но на водороды у нас уйдет, типа, там, 2, 3 или... Ну, 4 вряд ли, да? Ну, 2 или 3. Нет, 2... 4 нигде не уйдет. Да, нет. А 6 ну, если мы говорим про 3, то не должно быть. Кислота. Гекса... Как это? Гексаоксоксинонат. Какая еще раз? H6, ксенон О6. Ладно, все, забили. О6 это не О3 вроде бы. Да, я согласен. Нет, просто типа говорят, что максимум 3. Нет, в плане в... Короче, уйдет 2, 3, ну 4 максимум. Короче, немножко. А у нас всего 26. То есть возможные варианты, да, это 24, 23, 22 электрона. Смотрим в таблице Менделеева элементы под номерами, собственно. 22, 23, 24. Кто это? Это металлы. Металлы. А там нет металлов. Вот прикол. Не зашло. Значит, там не 3 кислорода. Идем дальше. Следующий наиболее вероятный вариант, что там 4 кислорода, да? Ну, таких кислот много тоже. Вычитаем. Из 50 электронов 4 раза по кислороду. То есть 4 × 8 – 32. Остается сколько? 18. 18 электронов. У кислот, у которых 4, бывает 2 или 3 водорода, да, у которых 4 кислорода в составе кислоты. То есть мы вычитаем 2 и 3 из 18, из оставшихся. То есть либо 16, либо 15. Электронов у элемента, который образует кислоту. Кто же это? Ну, у нас вот от силициума до хлора получается. Ну да. Получается так. А теперь уже подбор. Ну, а теперь, да, это уже мы уже, считай, подобрали. Берем хлор,
И смотрим, что у нас получается. У хлора сколько электронов-то? 17. 17, да? Да, да, 17. Просто у меня нет таблицы перед мной, поэтому я вас прошу. 17 электронов. Окей. Хлор О4 такой. Бывает кислотный остаток? Да. Да, перхлорат. Вот. Окей, хорошо. Ну, уже такое существует, неплохо. А какая формула кислоты соответствующей должна быть? H-хлор-О4. H-хлор-О4. Одна основная кислота. Ах, да, к слову, сказано, что они разные основности. То есть сразу понятно, что там разное количество водородов будет. А, собственно, да, тогда подбор был бы еще более простой. А, если это H-хлор-О4, считаем электроны. 17 плюс 1, 18, плюс как раз 32. Вау, 50. Подошла. Берем следующего товарища. Кто там у нас за хлором-то? Сера, допустим. Сера, да-да-да. Получается, у нее 16, да? H2SO4. H2SO4 как раз подходит. 16 плюс 2 плюс 32. Отлично. И последний, кто остался? Фосфор. Фосфор. Электрончик меньше, электрончик больше. Да, на один водород больше, на один электрон меньше в атоме. Опять 50 электронов. Собственно, все. Мы решили задачу. Вот они три ответа. Фосфорная кислота, серная кислота и хлорная кислота. H-хлор-О4 называется еще раз как? Хлорная. Просто хлорная. Просто хлорная, да. Мы с вами, когда будем проходить химию элементов, мы обязательно с вами назовем все эти кислотные остатки и кислоты. Сейчас я предлагаю не особо париться. А так там они есть, да. Хлористая, хлорноватая, хлорноватистая, сейчас. 50 оттенков хлора, в общем. Да, блин, да, соляные такие, хлорные. Ладно. Ну, короче, это называется хлорная. А структурные формулы сможете написать? И какая из них слабая? Ну, структурная. Слабая H3PO4. Да, ну, слабая H3PO4. Да, слабая. Ой, будет фосфорная. Да, ну, тут определить это довольно сложно. Можно, конечно, начать думать из того, что, значит, там большая основность, поэтому, наверное, она слабее, плюс элемент находится левее в таблице, электроотрицательность ниже. Ну, короче, это все очень сложные мысли, а можно просто знать. Ну, я думаю, что здесь предполагается, что вы знаете, что хлорная кислота сильная, серная сильная, а фосфорная считается средней силой. Поэтому слабая из них, собственно, фосфор. Нам на олимпиадах никаких справочных материалов такого характера не дадут. Только учить. Нет, стоп, там ведь есть правило, по которому можно понять, какая кислота сильная или слабая. Там можно что-то из чего-то вычитать. Да. Насколько я помню, из кислотного остатка, да. Ну, из лишнего кислотного остатка нужно вычитать что-то, количество водорода, что такое. Да, да, точно. Вы, конечно, правы. Получается, да, я сейчас сам вспомнил это правило. Ну, блин, это ущербное какое-то правило. Ну, окей. Получается, у вас H2SO4, например, и там надо вычитать, по-моему, из количества кислорода, потому что там 4 кислорода, мы вычитаем оттуда 2 водорода, получается двоечка. Двоечка, значит, кислота сильная. HNO3, да, из тройки из количества кислорода вычитаем 1 водородик, остается двоечка, значит, сильная. Но, например, H3PO4, 4 кислорода, вычитаем 3 водорода, остается 1, значит, слабо. Или, например, H2SO3, да, из тройки вычитаем 2, остается 1, опять слабо. Ну, вроде работает, но это какое-то стрёмное правило. Мне кажется, кислот не так много, их можно просто запомнить. Ну, таких, наиболее часто. Хорошо, что вы знаете правила. Хорошо. Вот. Структурные формулы. Я умная. Структурные формулы. Я ничего не знаю, успокойся. Товарищи, структурочки-то, а? Вам нужна структурная формула для каждой кислоты без вопросов, а вам ее прислать или Нет, ее нарисовать. Ну, понятно, что мы ее нарисуем, прямо а как доске. Будет проверить? Угу. Я не умею. Ну, правая кнопка мыши комментировать. Или в опциях комментировать. Я не знаю, как у вас там это выглядит. Я, кстати, так и не разобрался, как это могло считать. Потом разберемся. Ладно?
Не парься, сейчас начнут углу. Углы — это сложная тема. Ну, мы в этом году с вами разберем, как правильно в пространстве молекулы именно образуют какие структуры, какие углы, какие геометрические фигуры при этом образуются и так далее, какие бывают искажения в молекулу. Мы с вами это разберем, но потом. Пока что просто нарисуйте, какой атом с каким связан, чтобы вы понимали, из чего, как кислота вообще выглядит. Я бы могла нарисовать, но просто у меня нет мышки, и я не знаю, как это делать с макбука. Так я с тачскрина рисую, кстати, с тачпада. Ну, комментировать там. А что, больше никто не может нарисовать? Ну, что там, в чем прикол? Я бы рискнул, но я делал это только теоретически, так что рисковать не буду. У нас есть Ренатик вообще-то. О, я вижу, что-то происходит. Это серка, видимо, будет. Так. Окей. Такой там есть. Одна кето-группа, так. Это, видимо, кислотные группы подразумеваются. Ну, а как же связь? Как-то по-взрослому слишком. Прошу связь. Это пока мой максимум, на который я способна. Нет, мне между водородом и кислородом можно связь, пожалуйста? А, да, там... Какая там? Обычная. Ну, в смысле, водород просто... ковалентность один, просто палочка. Просто в ответственность проставить или... Нет, ну, просто, один, просто связь поставить. Нарисуй как бы, палочку между кислородом и водородом, и все. Маленькую. Как тире. Да, да. Ну, то есть, как между серой и кислородом связь, такая же между кислородом и водородом. Понятно? Улья? Да. Хорошо. Вот, еще ты что-то забыла. Она все-таки H2SO4. Так, SO4. А, тут тогда будет... У серы какая степень окисления, вы не знаете? Секунда. Ну, вот мы сегодня как раз будем говорить про степень окисления, и это то же самое, ну, ладно, окей, в данном случае то же самое, что валентность. Так вот здесь валентность серы 6, а у тебя она 4. То есть чего-то не хватает. И в связи с этим. Ну, по факту там, значит, нужно еще кислород добавить. Ага. Да, ведь? Да. Да, да. С двойной связи, кислород. Как раз у тебя сверху место. Ну, зачем сюда-то? Можно. Как бы. Прям на текст надо было. Ну ладно. О, можно исправить. Вау. Ну, ладно, так тоже пойдет. Спасибо. Ну да, что-то такое. Выглядит очень стрёмно в плане пространства, но все связи на месте, все вам бы зачем. Все хорошо. Спасибо. Хорошо. Давайте другие. Кто-нибудь другой, другую кислоту. Например, H-хлоро-4. А? Давайте я попробую. Давай. Так, это центральный атом. А какая здесь получается у хлора валентность, если... А ты посчитай. Кислород, валентность 2. Минус 2, то мы... А, ты степень окисления даже знаешь, отлично. Да. Тогда минус 8. Плюс 1 от водорода, остается минус 7. Получается 7. 7 получается, да. Так, у хлора 7, да? Сейчас. Алло. Подождите, там же H-хлор-О4. Угу. А у тебя H-хлор-О3. Что-то пошло не так. Да.
Ну. Какая группа в химии отвечает за кислотные свойства? Группа. Угу. Молекула. То есть какая группа есть в кислотах? Ладно, вообще-то нет, не всегда. Водород. Да, скорее в кислотах все-таки есть водород. Ну хорошо, в кислород содержащих кислотах кислотная группа какая, как выглядит? OH. Ну, это основные. Это вроде не кислоты. Ну, вот, нас... все попались на этот школьный обман. Вот она, кислотная That's группа. OH. И из кислотной группы OH отсоединяется атом H. Ну, протон H+. А кислотная группа OH. И вот у серной кислоты она двухосновная. Потому что две OH-группы, и поэтому в ней два протона можно отсоединить. Ну вот почти, ты дорисовал здесь, но... А можно вопрос, а почему мы не могли подсоединить кислород к хлору и уже к кислороду подсоединить водород? Конечно, почему могли. Именно так? Так и нужно было, и кто сказал, что это правильно? Просто подсоединить OH-группу к этому. А? Ну то есть... Хотя можно даже через кислород, да, так удобнее Конечно. Будет. Все кислоты, они формируются по одному принципу, в них кислотная группа OH. Она водород отдает, а кислород как двухвалентный крепится одной связью к водороду, пока он не диссоциировался, а второй связью, собственно, к кислотному остатку. А, да, вообще получился двухвалентный водород. Красиво. Да, да. А вот да. здесь теперь все. Кислород еще, ну, последний валентный занят. Да, да, на самом деле эта группа прямая. То есть вот как у меня в предыдущем рисунке было, ну это уже не принципиально, то есть вам бы все зачли, но просто я на будущее говорю, что OH-группа, она линейная. Или я вру? Нет, вру я, конечно. Ничего она не линейная. Ну там не прямой угол все равно. Ну да, а нет, какая... ладно, вру. Какая разница, кто? Ну, сейчас для вас никак. Там же все равно, типа, это просто объединение молекул. Главное, как, что они между собой соединяются, а не каким, под каким углом. На самом деле это важно. Некоторые химические реакции не идут по стерическим причинам. Это означает, что некоторые группы так неудачно расположены в пространстве, что другие молекулы к ним не могут подлезть. И поэтому реакция не идет. Тупо не достают. Поэтому, в общем-то, все-таки важно, как расположены в пространстве. А некоторые реакции, наоборот, идут как раз потому, что они очень удачно подходят друг к другу. Не потому, что химически там они как-то хорошо реагируют, а просто вот как пазл вставляются молекулки, и поэтому реакция идет хорошо. Так что, в общем-то, это важно все-таки. Ладно, у нас меньше минуты осталось. По той же ссылке тогда переподключайтесь. Вот, и продолжим. Передайте. Презрение, да. Ладно, последняя кислота осталась. Кто-нибудь еще третий нарисуйте мне последний. А, собственно, какая там? Фосфор. Давайте, я попробую. Давай. Я крайне не уверен насчет углов, так что рисую просто я... красиво. Ну, старайся делать так, чтобы они просто равномерно были, и все. Угу. Не хитро. Даже отменить не дают. У меня все отменилось. Кстати, Ульяна, ты из какого класса? Ряда 2. Физхим-мат. О, все-таки у меня есть физхим здесь. То я волновался. Где Нет, же у вас их 4 человека было до того момента, пока Катя и Ренат ушли куда-то. Один появился. А, и Ростик, да. Ага. Я, Алекс, Ростик, Ренат и Катя, вот мы из физхима. Подожди, а Ростик — это тот Ростик, который... Да, это я, это я. Это тот самый Ростик. Живая легенда. Легенда наша в лице. Который в него не ходил, да? Первый год вот. Да, здрасте. Здрасте. Это я там на фотке маленький. Да. А, ладно, выглядит очень странно, но все правильно. Вот. Ну, давайте посмотрим на то, как, собственно, надо было. Спасибо. Да, все хорошо. А, собственно, вот как они выглядят нормально. Ну, равномерно, да. В
Просто чтобы... Ну да, знаешь, у нас да. ручки не с того места растут немножечко. Ну, типа, да, да. Поэтому извините, пожалуйста. У меня есть оправдание, там был текст. Хорошо. У меня есть оправдание, у меня нет мышки. Это не оправдание. Пальцем, что ли, рисуешь? Без мышки удобнее. Ладно, короче, вот, то, собственно, вам написали уравнение, о котором мы с вами говорили. X – это количество водорода в кислоте. Z – элемент, это номер элемента, который образует кислоту, собственно, количество электронов в нем, да? И 8Y – это Y – количество кислородов, а 8, ну, электронов в кислороде. Равно 50. Ну и дальше у нас 3 переменных. Вот. Ну, дальше вот вам пишут, да? Не меньше 3 атомов кислорода. Сильные кислоты. Вот как раз вы написали, что получается неустойчивые кислоты D-металлов. Это то, что мы с вами сначала получили. А для Y равно 4, вон пишут, что подбором получается 3 кислоты. И вот вам их структурные формулы. Ну, вроде все хорошо. Вопросы у вас остались какие-нибудь? Мне кажется, задачку мы решили хорошо. А можно вопрос вот, конкретно по условию задачи? То есть тут написано, что... неустойчивый кислот там D-металлов, то есть устойчивость кислот зависит от количества электронных оболочек у металлов в кислотном остатке, это так происходит или? Я не очень понял. Так, почему? Количество электронных оболочек металла в остатке. Так это значит просто металла. Ну, в смысле, сколько у металла электронных оболочек? У нас ведь кислоты состоят из водорода и кислотного остатка. Да, то есть, вот. И металлы могут встретиться только с кислотом остатки. Правда, у меня сейчас нет таблицы растворимости, я не могу это проверить или опровергнуть. Ну да, да, все так. Вот. И то есть у нас неустойчивые кислоты образуются при... D-металлах, а устойчивые при SP... Ну, это так не работает. Нет, просто есть кислоты устойчивые, а есть неустойчивые. Ну, в смысле... Это одно просто... такое, другое сухое. Просто нужно знать. Просто надо знать, да-да-да. Например, угольная кислота неустойчивая. Почему? Ну, это понятно. Почему? Это, кстати, хороший вопрос. Почему? Ну, скорее всего, в силу того, что СО2 очень химически устойчивая молекула, и с точки зрения энергетики реакции намного выгоднее образовать фазу высокой энтропии, то есть газ. Ну, вы ничего сейчас не поняли. Ладно. Нет, почему? Нет, вы поняли? Вы знаете, что такое энтропия? Мы не такие глупые, мы знаем слово энтропия. Красавцы. В общем, короче, да, образовать фазу высокой энтропии выгодно, и поэтому вообще, в принципе, вещества стремятся перейти в газ, если это возможно при нормальных условиях. Плюс СО2 устойчивая молекула. И там хорошая электронная конфигурация, поэтому выгодно перейти в него. А для других кислот, ну, нет такого, чтобы так раз и прийти в газ, в устойчивый. Там, например, у фосфорной кислоты, ну, нет такого газа, да, там, не знаю, P2O5 – это не газ. Я. Может быть, в этом дело. Но это так, чисто вот сейчас мне такое пришло в голову. Объясню. То есть, грубо говоря, так энергетически выгоднее. Да, это универсальное объяснение. Химия вообще очень энергозависимая наука, знаешь ли. Ну, да. Там все зависит от энергии. Ладно, а вот вторая задача, она поинтереснее. Ой, так, ладно. Сейчас, я вам что-то хочу зашарить. Дайте мне одну секунду. Можешь сейчас на 5 минут отойду? Ну, я сейчас как раз собирался рассказать важную информацию. Я забыл этот слайдик вставить, поэтому мне придется, видимо... Ну, ладно, сейчас тогда послушаю. А можно вопрос? Требуется плагин. Так, сейчас попробуем. А он как раз подключится, да, у меня сейчас? Я просто сейчас iPad буду к Zoom подрубать, я вам напишу на... Так, сейчас.
О, подрубился, да? Что-то странное здесь. О, да, все видно. Вот, радиоактивный распад. Собственно, я хотел написать пару схем, потому что они необходимы для решения задач. Сейчас бы еще самому только не запутаться. Короче, вот у вас было ядро. Возьмем простое. Правда, такой реакции нет. Ну, неважно. Предположим, что такая реакция есть, зато будет понятно. Протон. Ладно. Давайте, мы же дети. Протон. Нейтрон. Это ядро. Хорошо. Мы хотели сами раскрасить. Красивенько получилось. Электрон. Так. А почему не на одной орбите? Какое безобразие. Это все у меня такое запрещено по принципам Паули. Ладно, все, не важно. Да, согласен, ужасно. Вырожденный уровень получается. Все, забили. Значит, радиоактивный распад. А именно в данном случае я хотел вам показать, ну, пока что, бета-распад. Так вот, при бета-распаде получается вот такая штука. Нейтрон отдает электрон. Электрон вылетает и превращается при этом в протон. Правильно? Потому что у нейтрона масса условно 1, у электрона 0, поэтому у протона тоже 1, поэтому масса остается. А вот заряд у электрона минус 1, у нейтрона 0, поэтому когда минус 1 уходит, остается плюс 1, потому что было исходно 0. Понятно? А плюс 1 это как раз протон. Ну, понятно. Вот такое явление называется бета-распадом. Пожалуйста, не напишите где-нибудь, что бета-распад – это когда вот этот электрон уходит. Нет. Такой электрон никуда не уходит. Если такой электрон уходит, это называется ионизация. Когда он натрий переходит в натрий плюс. Вот это как раз вот этот электрон у натрия уходит. Просто ион. А вот бета-распад – это когда у вас нейтрон разлагается, или, ну, разрушается, как бы распадается. Вот. Электрон улетает, а остается протон. Так вот, при этом у вас... Очень грубо говоря, это обозначает, что нейтрон – это, грубо говоря, протон плюс электрон. Да, а так и есть. Ну, так не совсем есть, но если рассматривать с точки зрения кварков, да, то получается, что, ну, типа, да, они при сложении как раз и дают. Нейтральный заряд, получается, ну, там логично, что компенсируют друг друга электроны. Все такие умные. Кстати, а при каких условиях бета-распад происходит? О, это зависит от атома. То есть нельзя заставить атом испытать бета-распад. Просто... Как это идентифицировать? Никак. Опять никак. Просто запомнить. Ну там, элементы распадаются. Как отличить, какой распад? Никак. Только запомнить. Но вам не нужно это запоминать. Вам в всех задачах скажут, что получается такой-то распад. Ну максимум на всеросе, может быть, надо знать распад урана, но и то не обязательно. Я думаю, что даже на всеросе вам скажут цепочку. Вот. Значит, получается вот такая штука. Собственно, вот этот первый, это кто был? Это был гелий. 2,4. Да, 2 заря, а 4 у него масса. А получился литий. 3,4. Вот так пишет реакция. Понятно? То есть в результате бета-распада гелий перешел в литий. Окей, все ясно. Отлично. Это первый вариант. А есть альфа-распад? Ну, гамма-распад, он сложно происходит, и там нафиг его. Есть альфа-распад? Кого бы взять? Но такой реакции нет, если что, как первое я написал, потому что, во-первых, такого лития нет. Мы только сегодня с вами смотрели, что там большая должна быть масса у лития.
ну, вообще конфигурация один нейтрон к трем протонам, она неустойчива. Но как бы теоретически она бы шла так. А для альфа-распада я вот думаю, кого бы взять. Блин, так наизусть, ну, можно, конечно, попробовать там вроде там уран, да, тория, кажется, распадается альфа. Но, блин, я не хочу сейчас это вспоминать и мучиться. Давайте напишем условную реакцию опять. Пускай у нас был... Кто там у нас за литием следующий? Бериллий, да? Бериллий. Назовите мне из таблицы Менделеева, какая у него масса? Бериллий, бериллий. Масса у него какая? Девяточка. Девять. А? Ладно. В общем, короче, да, масса 9 получается, а протонов 4. Он испытывает альфа-распад. Что это значит? Давайте рисовать. Значит, 5 нейтронов и 4 протона. Если что, они не так располагаются, просто мне так захотелось. И при альфа-распаде у вас вылетает ядро гелия. Ядро гелия. То есть ровно вот эта частица. Сейчас я ее кину другим цветом. Вот это. Красная. Вот такая штука вылетает. Целиком. Ну, найдем ее здесь. Помоги Маше найти гелий. Вот он. Так? О, вот это прикол у нас получился. Вы прикиньте. Получается, при альфа-распаде такого бериллия у нас бы получился альфа-частица гелий 2,4. Так? Ну, так как это только частица, то у нее заряд 2+. Потому что без электронов, типа. Плюс, ну, либо заряженный остаток, либо электроны отдельно можно написать. Но прикол в чем? Смотрите, какой остаток у нас получился. 2 нейтрона и 2 протона. А это кто? Это гелий. Плюс еще гелий. Ну, только если остаток заряжен, то можно написать 2-. Ну, и либо надо написать гелий, или там то же самое, что можно написать гелий плюс 2 электрона просто в пространстве. Гелий, опять же, надо подписать, да, что 2,4. То есть, ну, и так просто совпало. Но мог бы получиться другой остаток, тогда бы мы написали тот элемент, который остался. В общем, я хотел показать, что альфа-распад – это такая реакция, при которой у нас получается вот эта частица. Ядро гелия. Вот. А бета-распад – это когда у вас нейтрон переходит в протон. Собственно, вот эти... Еще раз про альфа-распад. Мы к ближайшему инертному газу переходим, что ли? Нет, 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 случайно так совпало. Альфа-распад – это тогда, когда выделяется вот эта выделенная частица. Гелий 2,4, 2+. Ядро атома гелия. То есть, если у вас был элемент... Назовите мне, пожалуйста, уран. Как у него там? Уран. 235. А сколько у него номер? 238. Да. Ну, я 235 хочу. А номер какой у него? 92. 92. Вот, 92 протона, 235 у него масса. Он испытывает альфа-распад. У вас получается гелий 2,4 плюс какой-то там элемент, скорее всего, это торий. Ну, сейчас мы посмотрим. Я опять не помню ничего. 90, 231. Понятно? Какой элемент 90? Алло. Еще раз, какой вопрос? 90 элемент, это кто? В чем сложность? Найдите в таблице Менделеева. Теорий. Кто? Торий. Торий. Вот это я просто, я умный. Я наизусть вспомнил, кто получается. Все. Он реально... Химических наук. Да, все. Кандидат научных наук. Так, значит, вот уран распадается по альфа-распаду, получается 2,4 гелий и торий. Почему? Потому что у нас, собственно, было, да, 90, ну, грубо говоря, да, 92 минус 2 равно 90. Почему оранжевым? Потому что это протоны. Типа из 92 протонов урана 2 ушло в ядро гелия. Вот. А 235 – это всего масса. Потеряло 4 массы, 2 протона, 2 нейтрона. Остается 231. Но это не важно. Как бы торий бывает раз.
теряет именно гелий? Ну, блин, опять сложные вопросы пошли. Потому что так природа сработала. Собственно, то есть всегда теряется гелий, и ну, типа, остается что-то. Ну, всегда, вот. Когда альфа-распад. Бывают разные распады, и распады не всегда именно гелий, бывают исключения, но очень часто происходит распад именно с образованием ядра гелия. Видимо, блин, на атомном уровне так удобно. Почему? Это энергетически выгодно. Распад, вот эта штука. А? Где нам пригодится альфа-бета-распад? А вот сейчас задачку будем решать. И последний. Да-да-да. Только я его уже забыла, но как вспомню, я скажу. Угу. А такой вопрос был, резюмируя вышесказанное, получается, альфа-распад выражается как гелий плюс другой элемент, соответственно, да, там... Да, только гелий, ядро гелия, надо еще вспомнить. Не просто гелий, а только ядро. Угу, понял. Угу. Собственно, вот задача. В природном радиоактивном изотопе некоторого элемента число нейтронов на треть больше числа протонов. При бета-распаде этого изотопа образуется ядро изотопа другого элемента, в котором число протонов и нейтронов одинаково. Определите изотоп и напишите уравнение распада. Сколько атомов этого изотопа содержится, но это уже потом надо посчитать. Давайте первое сначала сделаем. Давайте вам немножко времени подумать. Тут так надо понять, о чем речь. А вообще простая задача, но красивая. А можно слайдик предыдущий на секунду вернуть? Да-да-да, с этими распадами. А так нет слайдик. Опа. Я вам беседку сейчас скину. А что, вы не записывали, что ли? Да нет, записывали, а оно стерлось случайно. У меня жесткий накопитель, Ростислав. Ну да. Я записывала, могу так-то в нашу группу в телеге скинуть, но я думаю, вы ничего не поймете из моих записей, потому что я пишу на листочке каком-то. Что-то на татарском. И ты, блин. Я вам скину. Спасибо. Благодарим покорно. Кстати говоря, а что по кружкам в рабочие субботы? А в рабочие субботы будут. Ну, будут, да. Если у нас выпадет на субботу кружок, и в эту субботу окажется рабочий, то после ваших пар мы с вами встретимся и позанимаемся. А можно вопрос? А следующий кружок, он же будет очный? Да. А он тоже будет 8? Он в субботу будет. Я уже в начале пары говорил. Правильно понимаю, что при бета-распаде у нас любое количество нейтронов могут превращаться в протоны? Не менее, ну, чем это ранее. Это все по последовательные распады. То есть один распад, один нейтрон. Потом уже еще один распад считается. Как ну вот в частном случае у нас бета-распадов много может быть. Ну хоть все, но так не происходит. Mm-hmm. Обычно бета-распады идут до того, пока не... Плюс-минус сравняется количество нейтронов и протонов, а потом вылетает гелий, альфа-распад. Бета-распад вообще обычно происходит, когда нейтронов слишком много. Сильно больше, чем протонов.
Это что-то слишком заумная задача, если честно. Это вообще простая. Я ну, по идее, это же может быть вообще любой изотоп. Мы же не знаем количество там, этого. Там даже угадывать не надо. В смысле, знаем один, конечно. Ну, у тебя есть, значит... А, то есть мы понимаем, что... Радиоактивный изотоп, перешел... есть нейтроны и протон. Тут можно как это составить небольшое уравнение. Да, да, так и надо решать. Составляется уравненица, и все. Считать надо просто, получается. Оно простое. Ну, давайте, все. Ладно, чуть-чуть подумаем вместе. Ну, чтобы просто быстрее у нас дело шло. Да. Число нейтронов на треть больше числа протонов. Ну, чтобы удобно это считать, мы берем, что у вас протонов, допустим, 3х. Да? Ну да, 3х. А тогда это... нейтронов становится нейтронов 4х. Просто... Ну да. Нет, не просто х, 4х, потому что на треть больше. Да. Вот. Окей. А потом у вас происходит бета-распад. Это значит, что сколько становится у нас нейтронов? Было 4х. Да, меньше. Да, было 4... 4, 4, за... 4х, 4х, мы не знаем сколько. Значит, 2? Станет? Нет, нет, нет. Что происходит? Мы решили, что у нас было сколько, какой-то элемент. У него относятся нейтроны к протонам как 4 к 3. 4х и 3х штук. Да. А потом происходит бета-распад. Одна штука распадается. Получается 4х минус 1 нейтронов, а протонов... А протонов плюс 1, там получается 3х равняется 3х, то есть протоны равны нейтронам, по факту. Да, а протонов получается 3х плюс 1. Там протон добавляется. Да, 3х плюс 1. Ну, они, получается, меняются местами. Значит, 4х равно 3х. Не меняется, ну, еще не, раз. Не равно. У нас не х исчезает, а 1, а был х. То есть у нас было 4х и 3х, а становится 4х минус 1 и 3х плюс 1. Ну, соответственно, 3х и 4х. Ага, понятно. Ну, типа, да? Так, короче. Был элемент. У него было 3х протонов. И 4х нейтрона. Он испытал бета-распад. Это я так очень условно пишу. А у нас при бета-распаде нейтрон превращается в протон. Поэтому 4х было нейтроном, 1 превратился. Вот столько стало. 3х было протонов, и 1 добавился, правильно, из бета-распада. Вот, а, ну, то есть там не там х, да, все, понятно. Там, да, вот, вот, что я говорил, там не х, там один. Там один просто, единичка, вот. Один протон, один нейтрон. Да, 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 да. И получилось так, что число протонов и нейтронов одинаково. Собственно, кто одинаково? Это изотоп углерода? Вот это, да, все правильно. Приравниваем вот эти две штучки, получаем уравнение. Это простая задачка, реально. Так она вообще элементарная, да. 3х плюс 1 равно 4х минус 1. В решении мы получаем, что x равно 2, да? Можете еще раз объяснить очень простую задачку для не очень умных людей? Был изотоп. В нем относились нейтроны к протонам как 4 к 3, потому что нейтронов на треть больше. Ну, если нейтронов на треть больше, то мы приняли того, кого меньше, за 3х, чтобы было удобно. Одна треть от 3х – это х, поэтому того, кого больше, стало 4х. Правильно? Это понятно. Ну, да. Вот. Дальше произошел бета-распад. Мы только что расписывали схему, как он происходит. При бета-распаде нейтрон превращается в протон. Поэтому нейтронов становится на 1 меньше. 4х минус 1. Протонов на 1 больше. 3х плюс 1. Это понятно? Угу. И в полученном изотопе количество протонов и нейтронов одинаково. То есть приравниваем 3х плюс 1 равно 4х минус 1. Решаем это уравнение. Получается х равно 2. Окей. Соответственно, изначально у нас кто был? 3 на 2 это 6, а 4 на 2 это 8. Собственно, элемент с номером 6 это углерод, да? Ну, подтвердите, я просто, у меня нет таблицы. Да, 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 да. Да, окей. Написать это
сиреневым маркером. Только, ну, ой, получается... это вот, вот так писать некорректно. Давайте я уберу. Давайте все-таки писать нормально. Ну, в смысле, что 8 у него нейтронов, но снизу-то пишут не нейтроны, а массу, да? Давайте все же напишем да. общую массу. А то, ну, а я смотрю, есть что... варианты, как по-другому трактовать C14? То есть у нас же количество протонов фиксировано. Да, вариантов нет. Просто я снизу написал нейтроны, и я такой смотрю, типа, что-то непонятное. Ну, конечно, это, ну, здесь нужно писать массу. Я просто отсюда переписал сверху. 6,14, да. А кто получился при бета-распаде? Весь семерочку. 7. Ну и также 14, по идее. Да. И кто это? Ну. В затруднениях. В смысле, элемент ты какой? Как определить, что за элемент? А, 7 протонов, да. 7 протонов, кто это? Ну, у него же масса одна и та же. Вот, не важно. Ну, вот я там уже ты тысячу раз как раз говорил, что не важно, какая у элемента масса. Разве одинаковая масса, типа, но при этом разное количество протонов? Элемент определяется не массой, а зарядом ядра. Вот мы об этом говорили. Ядра. Вот, заряд ядра изменился, элемент стал другой. А то, что масса одинаковая, это не важно. Ну, это что там, азот? Азот, да. Седьмой элемент. Поэтому азот? При бета-распаде 14-го углерода образуется азот. Как раз-таки я сегодня оговорился, помните, я сказал, что азот 14-й, он отдает свои нейтроны и получается 12-й стабильный. Ой, в смысле углерод. 14-й отдает свои нейтроны, получается 12-й углерод. Но вот нет, нифига. Там происходит бета-распад, и получается как раз-таки азот. Вот. Поэтому я ну и просто исправился. Тогда получается дальше массовая доля 20%. А, ну окей, плюс электрон. Ну и дальше просто решаем по условию. А, да, дальше тогда. Надо вторую часть решить. Давайте. А сколько атомов данного изотопа содержится в вашем организме? А это, ну, кстати, давайте правда. Утрированно 50 килограмм. Давайте, давайте. Пускай наш организм 50 килограмм. Массовая доля элементов, то есть, ну, мы уже теперь знаем, углерода, да, у нас организм вообще из углерода состоит довольно плотненько. Вот, и углерода в нем 20%. Вот. Да, среди углерода доля изотопа 1,3 на 10 в минус 10 степени процентов. И надо посчитать, сколько атомов этого элемента содержится в организме, именно радиоактивных. Ну хорошо, значит массовая доля элемента получается 10 килограмм. Ну да, давайте запишем. 50 килограмм, то есть массу тела, ну мы решили, что 50 килограмм, умножаем на 20%, то есть на 0,2. Получается 10 килограмм, это углерода в организме. Ну, углерода не... или азот? Углерода. Такой биологический вопрос, это имеет отношение к реальности? Да, это абсолютно реально. Все эта задача правдивая. Вот. 10 килограмм углерода в нашем организме. Теперь, как мы будем считать? Давайте посчитаем, сколько атомов углерода в организме. Как это? Так, атомов, атомная что-то масса или нет, или это не то? Ну вот мы знаем, какая масса суммарно элемента. Как посчитать, сколько при этом его атомов? Мы просто делим 10 тысяч на что там, на 12. Все, и получаем нужный ответ. Так, простите, я решил окно закрыть, это сейчас комары тут не летят. Значит, 10 тысяч на 12. Это получится что? Это количество сколько атомов углерода. Углерода в 10 килограммах. Давайте нам попробуем. Идеи. Хорошо, хорошо, я никого не осуждаю. 10 тысяч. Или осуждаете. Делить на 12. Сколько получается? А почему 10 тысяч? Ну, потому там что 10 ну, в граммах уже. Ага, у тебя что, в грамме, что ли, 12 атомов углерода разве? Разве в грамме? Что-то мне подсказывает, что тут что-то не то. Ну вот, да, если так считать, что то получается, что в одном грамме углерода у нас 12 атомов. А что? Ну, что-то я сомневаюсь. Вот то, что мы делаем, это вот что, это тоже нужно еще. Ню равно m на m.
количество вещества равно масса вещества на малярную массу вещества. На малярную. Вот, а вот. Малярная масса. И это количество вещества. И сколько получится? Это действительно нужно посчитать. Ну, сколько? 10 тысяч на... Угу. Мне лень, считайте. Что тут считать-то? Ну, там примерно... 833,3. Окей, 833,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 
шизофрении. Я пытаюсь. Вот. А вы можете писать текстом писать, если что. Тут проще текстом даже набирать. А, да, реально можно, блин. Ладно, 833 моля. А где бы еще написать-то? Ничего себе, так, где так столько молей-то летает? Ну вот в теле знаешь. А теперь осталось посчитать, сколько атомов. N число атомов равно, как выразить, сколько атомов в моле? Ну, в моле получается... Сейчас. Ну... Число Авогадро, да? Число Авогадро, да. Да, там 6 миллионов. Число Авогадро. В каждом моле у нас n Авогадро атомов. Соответственно, число атомов это n Авогадро умножить на ню. В нашем случае 833. Нужно умножить на 602. 6 на 10 в 23 степени. Ну, 6, вы что? Мы с вами кто? Химики, что ли, какие-то восьмиклассники? Вы же серьезные химики, работаете в лаборатории. До 10. Ага, под названием это зум. 10-23. Ой. Ну ладно. 6 на 2 на 10-23. Да. Так сколько там атомов? Сейчас посчитаю. Я сейчас буду за вами проверять. Это знаю, я тут сейчас посчитаете. Да. 833 на 6. Получается примерно. Ну, получается, там 5014. 2015, да. А, 10-23. Ну, кто так пишет? Ну, конечно, так никто не пишет. Ну, хорошо, давайте. 5014,6. Что? Потому что запятая должна быть нет. После первого разряда. Умножить на 10. В какой степени? 26. Да. Вот. Окей. Это мы посчитали. Конечно, что мы математику как, зачем учили, чтобы вот, цифры умные писать. Значит, это мы посчитали... У гуманитарных предметов больше, чем у гуманитарных классов. У нас домашнее задание по литературе, как... О, блин, это я помню, да. У нас тоже ряды. Был физмат, это литературный, физико-литературный класс. Ага, с уклоном в МХК, общество знаний, географию. Географию, сейчас культуру, главное, ладно. Не забудьте добавить. 5.01 на 10.26. Я географию России лучше, чем таблицу Менделеева, знаю. Слушайте, штук? Ну, это же атомы, штуки. А можно написать просто атомы? Можно, да. Но я написал, как? Атомов, это много писать, что быстрее. Вот. Штуки, атомы. А теперь надо писать, сколько из них радиоактивных. Как это сделать? Горку. Ну, просто посчитать. Ну, короче, домножить на долю радиоактивных атомов. Да. Получается, там будет 10-16. На что надо домножать-то? Ну-ка, на 1,3. На что? На 10, на 1/10 в 10 степени. Ну, это же так вроде интерпретируется. Нет. По идее, нет. На 10 минус 13. Минус 12. Минус 12, да. На 10 минус 12. Процент. Потому что процент. Процент. Когда у вас процент... У вас 20% это сколько? Это не, ну, чтобы посчитать, сколько там... Ну, процент это на сотое. Допустим, у вас есть 1000 грамм. Сколько будет 20% от 1000 грамм? Это не 1000 умножить на 20, как бы, да, а 1000 на 0,2. Поэтому здесь надо тоже сделать в 100 раз меньше. А в 100 раз меньше это 10 минус 12 степени. У нас сейчас может отрубиться. Вы переподключайтесь обратно, пожалуйста. Мы еще немножко пофигачим. Один... Что-что? Прямо сейчас? Давайте считать. 10. Давай. 9. Может, 8, мы успеем? Давайте 7, мы ответ узнаем. 6. Успеем 5, ответ? 5, ну, 4, ну, давайте. 3, 2, 1. Так, ответ получается, что
5, ну, 0, получается, 5. Где-то 6,5 на 10, вау, там сколько? 16, 14. То есть 14, да. 6,5, 13, если быть точнее. Ну, 6,5. Ну, сейчас вот переподключитесь и проверим. Привет, привет. Что вы говорите, ждем еще кого-то? Должно быть 8, по идее. А, ну, должно быть. Ну, 5, Амир должен быть счастливым и не воевать. Ох, так. Ох, пошла философия. Значит, у нас четвертое, да, решение. Ну, вот то, что мы делали, собственно, вот оно уравнение, все то же самое, короче, можно не смотреть. Дальше. Берем, умножаем на долю, они считают сколько... Вот они тоже 50 килограмм берут. 10 килограмм получается масса всех углеродов. Домножают на число Авогадро, короче, все точно так же. Вот. Они, кстати, берут 6 на 10, 23, они не умные. И потом получают долю 6,5 на 10, 14. По-моему, у нас было так же. Мы будем считать, что мы молодцы. Только что они делали? Почему они делят на 50%? На 50? Я могу делить на 50. Ну, массу. Где? Вот сам не знаю. А, это общая формула. Потому что это 50 килограмм массы человека. А уравнение распада это вот сейчас. Это любой вот человек это... радиоактивен, ребят, понимаете? Да, это уравнение распада, да. Получается, если соберется очень-очень много людей, можно строить Чернобыль. Ну, из людей. Атомный реактор собрать. Условно. Или выясни, как пойдет. Это все-таки слишком мало. Вот, это не очень небольшое количество, но тем не менее, вот... да, радиоактив. Да. Собственно, все. Вот с этой лекции все. А есть ли у вас еще силы слушать другую лекцию? Или мы ее оставим на следующий раз? У меня есть. На завтра контроль. Я химию всегда в любых случаях. Подожди, по какому у нас контрольная? Физика, Ростик, физика. Контрольная. Ну, по крайней мере, так сказала Валечка. У нас не будет контрольной по химии, у нас подготовка к ней, Алекс, боже. Алекс, ты что? Забудьте все мои слова за прошедшую жизнь. Давайте больше лекций. Позор какой. Даешь за лекции. Я слышу голос за лекции, и отказать я не могу. А можно одно уточнение? Как бы, товарищи из других классов, не из 9 Д, скажите, когда у вас следующая рабочая суббота? Мне просто нужно понимать, они у нас как-то синхронизированы? Да, у них рабочая суббота в одну неделю. У нас вроде есть. Завтра будет, вот у нас завтра будет. Короче, завтра? Давайте мы по-быстренькому пройдемся. Я думаю, что мы до конца. Ну, только смотрите, вот насчет расписания еще такой прикол. В общем, у некоторых по субботам еще намечается кружок медицинской химии. Вот такой вот прикольчик. У них кружок медицинской химии пятой пары по субботам. Пятый. Так а мы когда? Так что не надо. Так а им каким хотят? Это у нас только две пары. Ну, знаешь, мы сидим до третьей. По идее, да, у нас все заканчивают на третьей. Субботу. Это про то, что я услышал, давайте лекцию, это можно мем сделать. Типа, хотите лекцию? Нет, я услышал, да, делаю лекцию. Надо один лайк, и я провожу лекцию. Лайк. Так, ладно. Сам от себя. Да, конечно. Сам лайк. Окислительно-осветительные реакции. Погнали. Ну, может, я слышал, вы уже что-то шарите, поэтому, как бы, возможно, вам будет попроще. Значит, сумма степеней окисления химических элементов соединения равна нулю. Это значит, что у кислорода, которого всегда на типа минус 2, умножаем на 3 количество кислородов, и это равно 2 умножить на х, где х степень окисления алюминия. Решаем уравнение. Получается, что х равно... Господи, что это за жесть? 3. Нет. Это не 6х равно 3, это х равно 3. Короче, ладно, все, забейте. Ну, вы поняли, да, как считать? 3. Ну, это я думаю, мы, типа, степень окисления алюминия? Ну, да. Ну, я надеюсь, что вы знаете, как это делать. Да. Минус 2. Как множество... мы с распада перешли на степень окисления? Что никак. За регресс? Новая лекция началась. Это просто другое. Да. Это вообще другое, да. Видишь мой ущербный синий фон? На секундочку. Да, фон, знаете, как откуда, как из этих Лен Науч фильм. Там да, такой же фон. Да. Типа того.
Все, спасибо. Да, но только в конце не 6х, а х. Вот, например, реакция, да? Купрум-О плюс H-хлор, получается купрум-хлор-2 плюс H2O. А в смысле? А что они хотят? Я не помню. Просто степень кисления, что ли, поставить? Они еще и прыгают. О, да. Короче, не знаю. Ну, в общем, можете оценить, что у водорода у него почти всегда плюс 1, у хлора значит минус 1. Ну, вау, логично. Также у меди. У хлора минус 1, хлора 2 штуки, поэтому у меди будет плюс 2. Как с валентностью? А получается, в этом оксиде алюминия у него, у алюминия степень кисления 3? Да. Да. У него валентность 3, а степень кисления плюс 3. Там знак важен. Вот, в этой химической реакции степень кисления химических элементов в исходных веществах и продуктах не изменяются. Поэтому, о, да. Поэтому эта реакция не относится к окислительно-восстановительным. Вот, это все запомните. То, что окислительно-восстановительные реакции – те, где меняются степени окисления у одного и того же элемента. Так, ладно, я потом переделаю пресс, меня уже самого бесит. Они тоже здесь прыгать будут. Класс. В общем, вот, другая реакция. У вас купрум-О, оксид меди, да? Над ним пропускают угарный газ, СО. И медь восстанавливается. Получается металлическая медь, купрум, и окисляется СО, получается СО2. Вот, это окислительно-восстановительная реакция. Здесь у меди степень окисления уменьшилась, а у углерода увеличилась. У него было, было плюс 2, а стало плюс 4. Ага. Ну, у нас это было в самостоялке. Мы не знали, как разложить оксид. Подожди, у нас СО не было вроде уже. А не, там и не надо было СО, там нужно было, там был что-то типа из серии как раз оксида меди, нужно было из него сделать медь. А, ну да, вот, но здесь было другое. А, ну вообще да. Вообще да, это оно и есть. Красиво играем. Да. Вот, у атома углерода степень окисления увеличилась. А химическая реакция, протекающая с изменением степени окисления элементов, относится к окислительно-восстановительным. Вот. А по изменению степени окисления делят на две группы. Окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-восстановительные реакции. Этот пацан у меня на тетрадке нарисован. На тетрадке по химии. А, собственно, давайте смотреть составление уравнения окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Наверное, вас этому уже немножко учили. Да? Чему учили? Электронный баланс составлять. Ну да, формула? Нет, не формула. Реакции. Нет, нет, нет. Не электронные орбитали. В общем, алюминий серый, алюминий 2С трижды. Ну, реакция простая, вы, я думаю, справитесь ее уравнять, правда? Да. Да, но ее, на ее примере мы посмотрим, как уравнивать сложные реакции. Степень окисления изначальных элементов 0, потому что это простые соединения. Полученных у серых минус 2, у алюминия плюс 3. У алюминия вообще всегда плюс 3, у серой, ну, можно по алюминию посмотреть. А дальше мы выписываем. Был алюминий 0, стал алюминий плюс 3. Ну, и стрелочку нарисуем. При этом, как сделать из алюминия алюминий плюс 3? Ну, собственно. Алюминий плюс 3. Нет, что должно произойти, чтобы у него стал заряд плюс 3? Значит, надо добавить к нему 3 этих протонов. Тогда это будет не алюминий. 3 электрона? Да, отдать 3 электрона. Вот мы и пишем, что из алюминия мы убираем 3 электрона, получается алюминий 3 плюс. Теперь сера, была нулевая сера, стала сера минус 2. Тогда получается прибавить 3. Прибавить 2 электрона. Да? Но у нас реакция такая, что алюминий электроны отдает, а сера электроны получает. Собственно, от алюминия она их и получает. Сколько алюминий отдал, столько сера должна принять. Поэтому мы ставим черту и домножаем на коэффициенты. Это что-то сложное, не понял. Типа мы решили, что у нас перешло 6 электронов, ну, типа наименьшее общее кратное, да, называется. Вот. И, типа, алюминий надо умножить на 2, а серу на 3. Тогда у алюминия уйдет 6 электронов, а к сере придет 6 электронов. Понятненько? А почему не на минус 3?
Тогда ведь будет минус 6 с случаем серы. Так она же электроны приобретает, а не теряет. Математика. Не понял. Ну, типа, тут же минус 2 у серы. Мы, да, значит, она прибавила электроны. Ну, а число-то минус 2, минус... Ну, так мы прибавляем отрицательное. Хорошо, а когда алюминия, у него плюс 3, значит, мы убавляем. Отрицательное. Ну, значит, и число должно быть отрицательное, когда мы перемножаем. 10 минус минус 1. Это 11. 11. Увеличилось. Хорошо, но здесь-то у нас вот именно что перемножение. Минус 3 электрона. Минус зашит в слово «е». Да. Ну, ладно. Я не буду, я просто запомню. Я так. Ну, что, зачем? Вот, рисуем такую штуку. Домножаем, получается, 2 алюминия. Да, я просто домножаю то, что было на коэффициент. Минус 6 электронов. А, все, вот как это все. Я просто другое умножал. Я плюс умножал это. 3 серы. Давай допишем уже. Серы плюс 6 электронов. Вот они, 6 электронов отсюда ушли, сюда пришли. Можно сократить. Все, я понял. Получается, да, у нас 2 алюминия, 3 плюс. Ну, не буду уже дописывать. Плюс 3, простите. Плюс 3 и 3 серы минус 2. Все верно, я просто не туда смотрел. Вот, да. Соответственно, мы добавляем коэффициенты в уравнение. Вот они получаются, 2 и 3, как вот здесь. Ну, в данном случае это можно было сделать легко. Просто если алюминий 2 из 3, понятно, что надо ставить 2 и 3. Но бывают реакции, в которых коэффициенты больше 100 и 5 продуктов. И там вот так, никак вы не угадаете, какие коэффициенты. А посчитав из электронного баланса, а еще лучше из электронно-ионного баланса, чуть сложнее, вы можете эти коэффициенты, ну, получить плюс-минус нормально, математически. Что там написано? Вот в то, что у нас получилось внизу. Здесь 2 алюминия, да. 3 плюс, я не дописал. Плюс 3s2 минус. Ну, я домножил 2 уравнения и сложил как, вот эти 2 уравнения. Это домножил на 2, это домножил на 3. И сложил между собой. Ну, давайте я напишу, чтобы было понятно. Да не пишите, понятно. Нет. Все, сами не просили. Вот. И как раз это соответствует тому, что у нас здесь было. 3 таких серы, вот как раз здесь 3 таких серы, 2 таких алюминия, здесь 2 таких алюминия. Вопросы сейчас есть или все понятно? Более чем. Да. Отлично. Сейчас мы посмотрим. О! Задачка? Да, кстати, да, алюминий восстановитель, а сера окислитель. Потому что алюминий электроны отдает, восстановитель отдает свои электроны, а сера окислитель, она забирает электроны. Понятно? Да, да. Но, сейчас совсем запутаю, восстановитель окисляется, потому что как бы он становится более окисленным. То есть он изначально был готов давать электроны. Это типа понятно, он как принимает удар на себя. Он был готов отдавать электроны, а потом он уже не готов. Он уже готов сам у кого-нибудь обратно себе их забрать. Поэтому он становится больше окислителем. Поэтому восстановитель окисляется. А окислитель, который забрал электроны, уже потом не хочет их забирать, он уже забрал. И он становится более восстановленным. Поэтому он восстанавливается. Вот. Типичный инвестор в Сколково. Короче, запомните. А что, я не понял, шутки про Сколк. Я лично уважаю Сколк. Скоро поеду туда работать. Yeah. А что, хороший центр. Восстановитель. Сера отдает электроны. Окислитель. Фосфор. А что за реакция? Он принимает электроны. Процесс окисления, процесс отдачи электронов, процесс восстановления, процесс присоединения электронов. Ладно. А что, не будет практики? Блин. Ну вот, заботайте к следующему разу, и буду вас вообще мучить. Мы с вами будем, во-первых, у нас практикум должен быть. Так потому нет, что... я это записал. Значение... Практикум в каком плане?
Смотрите, у нас были до этого темы реакционного обмена, и там очень много практики. Там вам надо знать в лицо все эти реакции, вам надо руками все их сделать. Видеть эти осадки, знать, какие качественные реакции есть. Вы дадите, да, реактивы? Естественно, я вам дам реактивы, камон. Не, ну сами вообще пойдете себе брать. Там каждому по 30 реактивов, это я один час буду вам только кабинет готовить. Сами пойдете, сами реактивы поедем возьмете. Поедем в Мосхимторг. Русхим. Мос. Да, есть магазин такой. Мосхимторг. Я там, это... Я помню, как у метро, я давно туда ездил, у меня до сих пор лежит килограмм медного купороса и литр 50% перекиси водорода. Ну, она уже, значит, не 50%. Ну, уже нет, но да. Ладно, значение экстенсивных реакций. Ну, повезло вам, не будет у вас сейчас практики, можете не париться, можете пока просто посмотреть на красивые картинки. Лесные пожары – это ОВР, да? Экстенсивная реакция. Углерод окисляется кислородом, получается СО2. Кислород восстанавливается. Вообще все процессы горения – это процессы восстановления кислорода или окисления какого-то элемента. Ну, вернее, И. То есть, да? Фотосинтез. У вас выделяется кислород из углекислого газа. Углекислый газ при этом... Да, это не очень корректно. Кислород из углекислого газа при этом восстанавливается. Он был окисленный, становится восстановленный. Да. Я запутался. Так, он был минус 2, становится 0. Он закрылся, короче, этот мозг. Он, значит... Больше не работает. Подожди, давай лучше ты посмотришь на реакцию. Ну, лучше работает. Был минус 2, становится 0. То есть он электроны отдал. Раз он электроны отдал, то он восстановитель. И он окислился. Угу. Окей. Да, ну да, конечно. Окей, да, окислился. Да, значит, кислород восстановитель. А окислитель в данном случае получается углерод, как ни странно, из того же СО2. Он был плюс 4, а стал, ну, можем посчитать, запариться. А, 0 он стал, я помню. Потому что 6 на минус 2, это будет минус 12, плюс 12, 0. Поэтому он был минус 4, а стал 0. Он восстановился, углерод. Вот, но этот процесс идет только при правильном катализе, сложном, биологическом и так далее. Там еще участвуют молекулы дополнительные, но не суть. Коррозия. Железо. В присутствии воды окисляется кислородом, получается гидроксид железа, ржавчина. Оно одна из форм ржавчины, возможно. Кислород при этом окислитель, железо восстановитель, кислород восстанавливается, железо окисляется. Да? Было железо 0, стало 3+, был кислород 0, стал минус 2. А можно такой вопрос, а где водород взять? Такой из воды. Ну, так мы не уравняем. Ты что, хочешь коэффициенты, что ли, поставить? Что за... Все, напросился. Ну, получается, один лайк и пишу электронный баланс. Железо нулевое. О, да, люблю белые стрелки на белом фоне. Переходит в железо 3+. А все, а места больше нет. Нет, ну вообще это реально удобнее, чем подбор. В данном случае это еще не так важно. Вот вы почувствуете, когда будут реальные уравнения, которые не подобрать подбором никак. Без этого просто не вариант. А для этого должно минус 3 электрона, да? 3 электрона уходит, оно становится положительно заряженным. А кислород, О2, нулевой, переходит в OH минус. Я вот так напишу, да? Ну, из сферы OH3. Хотя я не знаю, зачем написал так по ионам. Ну, все правильно, по идее. Нет, все неправильно. О минус 2. Это электронный баланс, а не электронный ион. Я сам уже путаю. О минус 2, да? Ну, вот здесь кислород за степень окисления минус 2, как, в принципе, все везде. А для этого... А, ну, только двойку здесь надо поставить для начала, потому что О2 было. Что мы делаем? А, у нас электроны должны прийти. Плюс 4 электрона. Так? Да.
Ставим черту. На что умножаем? Нижнее умножаем на 3. Ну, вот вы, наверное, видите, возможно, я тройку нарисовал. А верхнее умножаем на 4. Я, с вашего позволения, коэффициенты расставлю прямо в уравнении. Здесь получится четверка, здесь четверка, здесь тройка, а здесь шестерка. Так? Понятно, да, что я сейчас сделал? Да, да, конечно. Вот. Ну и переносим сюда. Сейчас тогда я сделаю себе черный цвет. Нет, красный. Вот здесь у меня будет тройка. Для железа, давайте считать. Кислорода здесь должно быть 6, а железо... Железо 4. А что? За что мне такое? 6. А что-то как-то не очень, да? Было бы неплохо, если бы железо надо было 2, но... Никто не хочет нам делать... Ну, это какое-то безобразие. Типа 12, что ли, сюда у них. А, подождите. Все, у нас 4 должно быть железо, а кислорода может быть и больше. Главное, чтобы было 6. Все, да, да, конечно. А, да, получается, и железо здесь тоже, соответственно, 4, как в уравнении. Вот этого у нас получается 4. Кислородов у нас здесь получилось 3 OH-группы в каждом, 12. И 4 молекулы. 12. Из которых... 6 отсюда, вот эти, которые... И 6. Которые, что получается, восстановились, да. А еще 6, которые просто из воды, они были минус 2 и остались. То есть с ними ничего не поменялось. Соответственно, воды должно быть 6 штук. Ой. И все совпало. 2 за 6, 12. 3 за 4, 12. Красота. Вот, да, надо было просто учесть, что 6 кислородов у нас пришло из вот этого кислорода, восстановились, а еще 6, они пришли из воды, и с ними ничего не было. Они так и остались. Да. Все, мы справились. Отлично. Давайте я сейчас удалю. То есть у нас была опция нормального фона. Где? А, на предыдущем слайде, что ли? Какие да. Батареечки интересные. Батареечки. Вот, они где-то используются. А вот и реакция, которая происходит в батарейках. А, ну это вообще-то мы так делали, когда надо было получить водород. Которая в 8 классе проходит, а она ОВР. Да. Потому что цинк из нуля ой, переходит. Если... А? Ну здесь же замещение просто. Да. Да, но это окислительная стоятельная реакция. Потому что цинк был 0, стал 2+. А водород был плюс 1, стал 0. ОВР, никогда. ОВР. Мы когда гремучий газ делали, так вода получали. Извержение вулканов, горит сера, АВР, ОВР, изменяются степени окисления, можно уравнять, составить баланс. Сгорание... А, кстати, это вы сами? Что? Вулкан сами рисовали? Конечно, нет. Ну, типа, делать не нужно. Сгорание топлива. Вот есть. Самолеты тоже? Конечно. Я вообще-то фоткал, я, короче... Специально фоткал... Военные эти самолеты. А380, да, кажется, самолет. Вот я специально его ловил, чтобы вам в презу вставить. А вот эту фотку, знаете, как сложно сделать? Да? Это типа это ракша, что ли, как они там рикша. Называют? Рикша. Это рикша, рикша. Да. Михаил ладно. Специально поехал в Индию, чтобы сделать нам презентацию. А это что, на бродильном цеху? Ага. Экскурсия пиво будет. Захотелось. Вот, в общем, короче, была... Сахароза. В общем, была сахароза, она бродит, да, получается СО2 и спирт. Ну тут, ну давайте расставим, мы что, мы что? Не мы надо. Же, мы можем. Ну степень окисления здесь 0, потому что, ну я только степень окисления. Минус 2 на 6, 12, плюс 12, да, потому что здесь плюс 1. Поэтому получается 0 углерода. Понятно, да? А почему, все-таки, можно вопрос, а почему конкретно, а, ну да, кислород уже окислитель, что это? Вот здесь минус 2 у кислорода, плюс 1 у этого водорода, плюс 1 там у водорода. У него типа везде, ну, одинаково, минус 2, ну, минус 2. Не всегда везде это соблюдается, но почти везде, 98%. Вот. А здесь получается сколько? 6 минус 2, это плюс 4, да? Значит, у углерода минус 4, но их 2, поэтому у каждого минус 2.
Здесь минус 2 у каждого кислорода, значит, углерода плюс 4. Кстати, такая реакция называется диспропорционирование. Еще. Потому что у нас был углерод в степени окисления 0, а он переходит в минус 2 и в плюс 4. То есть он как бы сам себе электроны отдает. Вот этот чел электроны принял, а этот отдал. Ну, в данном случае бактерии, скорее всего, постарались. Угу. Вот. Так что вот так. Получили при сложении C2H5OH CO2 C6H12O6. По-моему, циферки немножечко не сходятся. Ну, тут в кайфах дело. Наверное, так. Что, работает что-то? Да. Нет, водорода не хватает. А, да. А, водорода... А, да. А, ну да, все нормально. Работает. Все, я наугад написал, ну ладно. Ну вот, все. Так, а то ругают меня, что у меня коэффициентов нет. Кому они нужны? Как же на экзамене? Ну вот на экзамене я последний раз писал свои коэффициенты, на экзамене в школе. Ну, на экзамене. Так, комментировать, очистить рисунки. У вас там что, звук взрыва, что ли, есть? Не знаю. Не работает. Не работает, жалко. Взрывчатые вещества. Фосфор с бертолеткой, бертолетовой солью, хлорат калия. Кстати, это смесь для состава спичек. Держу в курсе. Запомните себе, это важно. Фосфор с бертолетовой солью, он взрывается. Мы с вами можем провести эксперимент, хорошо взрывается. Вот. Получается оксид фосфора P2O5, ангидрид еще фосфорный называется, и калихлор. Здесь у вас окислитель – это хлор в степени окисления плюс 5, он переходит в минус 1, а восстановитель фосфор из нуля переходит в плюс 5. Да? ОВР. Молния. Запомните эту реакцию, это важно. Кроме того, что кислород переходит в озон, еще реагирует кислород с азотом 1 к 1, получается НО. Окись азота. И оксид азота 2. Тоже ОВР. Ой, ё-моё. Ладно, все устали. В следующий раз. О, надо говорить не ё-моё, надо говорить о, мой электрон мой. Типа как ё. Да. Ок. Верните с марганцовку реакцию, пожалуйста. Да, я буду объяснять миллион лет, что когда образуется, потом еще с хромом. О, да, боже. И почему там что выпадает в осадочек. Да. Ну это вы сейчас умрете, вы и так уже 2 часа занимаетесь. Да ну почему умрем? Не, в следующий раз. Да, всего лишь... Да, не жалко. Вы пойдем что? В апатию. Нет. Том в целом переоценен. Держу в курсе. Что говоришь? Сон переоценен. Сон переоценен. Да, у нас завтра ко второй паре идти, вы успеете выспаться. Тем более. Ростик. Чего? Народ требует лекции. Ты в любом случае, ты проснешься на 1,5 часа позже, Ульян. Сегодня было уже много, в принципе, нового сколько материала. А? Завтра. Сколько у меня? Пар завтра? Нет, не у вас. Просто нам завтрак первый. Если все... три по Франции, это нам пара. Нам завтрак второй. Их занят весь день. Так во сколько завтра? Давайте, будет? Если вы хотите поболтать, я могу выйти, пойти в свои дела. Нет, нам нужен вопрос, я вот конкретно, чтобы понять. Завтра, значит, если у нас завтра рабочий... Завтра суббота, не во сколько. А, все, завтра. Спокойствие, я завтра еду в Версаль. У меня нет планов с вами завтра заниматься. Простите. Приезжаю я в воскресенье, я в среду с 8-классниками, а с вами в субботу. Но может быть, возможно, есть шанс, что я смогу в пятницу сделать 5-й пары. Ну, в 16 часов у нас начинается. Если очно. Ну, в смысле, если в будний день. Вот, но вряд ли получится. Скорее всего, в пятницу не получится, и мы будем с вами встречаться в субботу. Желательно в 11, но если вы такие ленивые, то я готов и в 12. Вот. Но поймите меня, я хочу пораньше, чтобы пораньше закончить и поехать еще потом в лабу эксперименты делать. Так что, как бы, вы свои претензии по поводу того, что вам лень встать, как бы, оцените. Жажду химии. Один вопрос. А можно поехать с вами в лабу? Ну так, чисто. Посмотреть хотя бы.
Да нет, так не работает. Продублирую вопрос в отношении Версаля. Версаль со мной поехать, к сожалению, так просто не получится. Максимум можете в Инстаграме истории посмотреть. А в Лабу, я думаю, что реально. На экскурсию так вообще. Но только не сейчас. У меня сейчас... А в прошлом году вы не разрешили? Я так припоминаю. В прошлом году тебя не было. Ладно, все, давайте, пока. Пойду делать. Всем спасибо, кто все были. До свидания. Благодарим, дорогой. До встречи. До свидания.